Всем привет! В этом коротком видео хотел напомнить о том, что с каждым новым классом добавляют новую коллекцию. И Stalker, я думаю, не исключение. Поэтому не забудьте, что через 2 дня, уже со следующим обновлением, введут новый класс, а значит и новую коллекцию. А что такое новая коллекция? Новая коллекция — это... Опять дефицит этих предметов на аукционе, дополнительные статы, которые, скорее всего, нужно чем быстрее, тем лучше поднять. Давайте для примера посмотрим, какая книга, какая коллекция была введена на корейском сервере с вводом сталкера. Сейчас перейдем на корейскую версию. И вот... В первой вкладке мы видим зеленую бижутерию, синий шмот, ничего сложного. Во второй зеленый синий шмот, зеленая бижутерия. Короче, все легко. Тут уже появляется синяя бижутерия. В четвертой вкладке появляется фиолетовая бижутерия. Вот это уже по жемчугу чуть дороже выйдет. Причем вот в последней очень много фиолетового. Так, далее. Тут, возможно, либерто даже. Фиолетовое снаряжение. Предпоследней фиолетовая бижутерия. Ну и дальше фигня из лагеря. И в последней есть даже золотая бижутерия. Золотой шмот, именно грунил. Ну и дальше по мелочи. Да, возможно, на Корее отличается. И, скорее всего, у нас будет неточная копия. Поэтому заранее покупать именно эти предметы, наверное, не стоит. Но продавать фиолетовую бижутерию или уничтожать ее... Или, например, тратить монеты Шакату, я бы сейчас не рекомендовал. Дождитесь обновления, подождите еще 2 дня. И в момент запуска просто потратьте все, что у вас есть. Но бижутерию, конечно, лучше, наверное, не покупать. Потому что не факт, что будет именно эта книга. Именно вот это, что на Корее. Также вот если вам этого видео мало, вы можете сами зайти на Корею и сравнить книги. Например, вот предыдущая книга. Возьмем вот эту версию и глобальную. Тут 10 вкладок, на глобальной всего 7. Сейчас покажу. Вот она, всего 7. Что-то похоже, но есть различия. Например, в глобальной версии намного проще было закрыть эту книгу, чем вот в корейской. Но, возможно, это просто позже появилось в корейской версии, и они решили добавить больше предметов. Поэтому, если еще раз и коротко, то готовьтесь к новому классу и к новой коллекции. Всем спасибо, всем пока.